Здравствуйте, друзья. Вот такой вот у меня интересный ножичек смешной. Можно сказать, из фильма «Чужой». Это первый ножик в моей коллекции. Попал он ко мне случайно и интересно довольно-таки. Работал я, уже где-то говорил в видео, сапожником в свое время. И у меня работал там молодой юноша. Вот. А он некоторое время с родителями жил во Вьетнаме. И вот они оттуда привезли, видимо, всякие вещи, в том числе и вот этот ножик. Как-то он принес его поточить. Вот, я его увидел, он мне понравился, ну, потому что, вот, прикольный, сами видите. Такой огромный, тут такая вот чужой, ящерица-дракон. Он, ручка сделана из алюминия. Вот, сама лезвие, конечно, вот огромное, большое, кромка, но он не является холодным оружием, поскольку вот этот хвост, получается, как некий ограничитель. Тем самым он исключает его из холодного оружия. Ну, такой нож. Применения, конечно, практического в нем никакого. Ну, что им делать там? Зубочистку не заточишь там. В поход не возьмешь. Так, чисто в коллекцию. Вот, я его увидел когда. А ему нужны были заготовки, чтобы сделать ботинки и продать. Вот так мы с ним и поменялись. Я ему дал пару этих заготовок для обуви. Он мне отдал этот ножичек. Вот, нож прикольный, он появился у меня вот первым в коллекции, об остальных попозже расскажу. Ну, огромный, конечно, вот если даже замерить клинок толщину. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. 5 миллиметров ровно, представляете? И ничего с ним особо не сделать, чисто так на стену повесить. Вот такой симпатичный нож. Кому понравилось, ставим лайк, поддержим канал, подписываемся. Скоро будут новые ножики. Всего доброго.